Всем привет! Вы на канале Паулина Плюс, и сегодня мама нашла такую новиночку. Пупси, с вами мы потерянные! Привет всем! Смотрите, ребята, я нашла еще один интересный сюрпризик. Как потерянные котята, но это у нас будут потерянные пупси слаймы. Посмотрим, что же все-таки это за потеряшки такие. Интересные потеряшки, поняшки. Только не знаю. Класс. Смотрите, это тут песок. Это как котики потерянные. Серьезно? Точно как потерянные? Смотрите, да. Действительно, как в потерянных котятах? И что смотрите, это? Смотрите, тут бумажки с котятами потерянными. Да, ребята, смотрите. Действительно. И что там? Фу, что это? Слайм, это не слизь, это вау, слайм. Он такой... Смотри, там сюрпризик. Ой, боже, что там в кульке? Все на скулька. Вау! Смотрите! Андрей, покажи. Смотри, а я покажу, что какой симпатичный дракончик нам попался, о, ребята! Обалденький! Тут еще слаймики. Класс! А ну держи, какой-то горшочек, да? Да, для него. Симпатичный! Смотрите, может там слаймики? Прелесть, какие-то? Ребята, смотрите, какой классный! Не надо, ну так вот ставится, нет? Не слаймик. Гляньте, какой классный. А я пытаюсь слайм из пакета вытащить. А слайм, да, был, наверное, в пакетике, и он вылез. Порвался, ой, да? Такой холодный. Ай, классный. Блин. А ну дай, подержи. Давай посмотрим, какой. Ой, классный. Он тянется хорошо. Очень классный, ребята. Положим на место. Обалдеть. Давай положим, да, потом разберемся. Розовый слайм. Вот это а да. Этот из пакета похожий. А, вылез. Вылез тоже из пакетика? О, нет. Да. И там тоже что-то есть? Тут какой-то черненький. Ой, какой симпатичный тоже, ребята. Смотрите, тоже как дракончик. А у него черненький. И что у него там? Ложечка? Да, ложечка. Ой, какая-то мешалочка какая-то. Смотрите, как ложечка какая-то интересная. А слайм, смотрите. Ой, симпатичный, смотрите, прелесть. Смотрите, какой слайм. Слаймик тоже розовенький. Такая... Да, классный. Ой, вот это вот действительно очень прикольная, да, такая интересненькая. Ну что, похожая на это. Потерянных о, котят. Но это у нас потерянные. Пупси слаймы. Ничего себе, вот это да, обалдеть. Ой. И кто там? С какими-то рожками. Кто котенок? Это он! Ребята, смотрите, какая-то луна единорог. А смотрите, смешной для кого-то такой. Можно шапочку сделать. Класс, вот это да, придумали. Смотрите, же. Тут можно шапочку сделать кому-то, видите, шапочку, у него шапка. Опа, и шапочка такая вот. И черный слайм, круто. Оля, тебе понравился черный слайм? Да не, мне розовый понравился. Розовый? Да. Нет, черный, прикольненький, надо будет вытащить его. О, он еще, смотри, он с маленькими. Да, ну. Потом... Класс, его надо красивый. Вау, смотрите, а, обалдеть. А давайте сейчас растянем его. Сейчас мы повытягиваем. А там еще что-то есть за сюрпризик? Да, там еще есть. Ну давай посмотрим еще сюрпризик, а потом повытягиваем все слаймики и посмотрим. Вау, а это что? Сейчас посмотрим. Смотрите, какой это интересный. Похоже. Это последний? Нет, там еще один есть. А, смотрите, действительно, как в потерянных котятах. Раз, два, три, четыре сюрпризика. И потом еще маленькие лежат, смотрите. Обалдеть. О, и там какие-то наклейки. Так. И тут. Что там, Полина? Смотрите. Еще салатовый слаймик. Они все слаймы одинаковые, да? Почти. Ой, какой-то симпатяшка лежит. А ну, и кто там? Это Тучка. Тучка? Да, это Тучка, похоже. Покажи. Вот это она, Тучка. А ну. И вот такие у нее видите. Видите? А ну, показывай, что там. Не видишь. Это собаки. Ну, покажи. Смотрите, это Тучка с рожком. Классная. И с ней была вот, так, вот такие вот были вишенки. Да. Какие-то вишенки зелененькие. Классные.
Это очень симпатичные, да, Поля, сюрпризики? Да, классные, да? У нас как котята. Еще есть. Так, и Поля открывает вот эти сюрпризики маленькие. А, вот это точно. Давайте сразу вот это. Что там, красный? Да, красный. Тоже слаймик? А мне кажется, это слизь. Она и без пакета. Класс, ну покажи. Шапочка, да? Еще одна шапочка попалась. Да, еще одна. Вот такая, ты розовая была, да? Красивый, а это зелененькая, смотрите. Какая красивая. Еще у нас жаль, они маленькие. Ну чего, нормально. А ну дай посмотреть. Поля, ну растягивай. И он еще с блесточками маленькими. Да. Класс. Вот такой красненький слаймик. Положим супер. Коробочку обратно. Вот это у тебя сегодня слаймов сколько? А теперь какой-то тут. А это какой? Салатовый. И там подставочка, как у того первого была, помнишь? Да. Только там слайм застрял. Да? Вот такая подставочка. Вот они, два таких. Ведерочко и слаймик. Привет. Красивый такой. Красивый. А ну следующий. Следующий. Так, и что? Красный! Опять красный? Вот такой красный. Вау! Вот видишь, у тебя теперь красный тоже будет большой. Да. И что там? Опять это, шапочка? Да. Что-то очень много шапочек. Смотрите, можно играть в наперстки. А ну покажи слаймик. Растяни его. Красиво. А ну, классный. Вау, он прозрачный. Очки Поля сделала себе. Класс, симпотненький. И последний какой у нас там? Какой там последний? Сейчас я его достану и да. Розовый. Такой же вот этот. Да, а ну покажи. И тут так. Кокулька что ли? Да. И впоследок тебе попалась кокулька. Вот такая вот. К нам пришел листочек, упал с дерева. Да. Класс. Вот такая кокунька. А давайте посмотрим наклейки. Давай посмотрим их. Смотрите, ребята, какие красавцы Полине попались. О, класс. Вот это хорошие сюрпризики. Нам очень понравилось. Да, Поль? Да. Понравились? Вот еще что-то. И откуда там еще? Здесь трубочка? Их можно надувать? Можно надувать. Сейчас мы попробуем. Так, трубочку мы оставим пока. Смотрите, это киска. И такие симпатичные. Это наклеечка? Да, это наклеечка. Кошечка, что еще там попалось тебе? Тучка, тучка, туру-туру-тучка. Такая темненькая какая-то, да? Злая. Злая, злая. И еще что-то? О, и солнышко. Смотрите, какое красивое. Да. Класс. Ставьте лайки, кому понравились вот такие вот потерянные пупси-слаймы. И кстати, столько слаймов. Смотрите, я тут нашла где-то, я тут звездочку еще смотрите, нашла. Смотрите, ребята, там держи, Поля. Смотрите, ребята, какие тут могут быть интересные. Вот и луна, которая нам попалась, класс, солнышко, звездочка. А еще обалдеть. Тут есть по-другому. А ну поверни, с той стороны что? Ой, а тут есть даже две кошечки. Ой, смотрите, класс. Ой, водичка, пандочка, кошечки, класс. И смотрите, тут нарисовано, как надувать слаймик. Сейчас мы их повытягиваем с кулючков, да, Поля? Да. И посмотрим. Да. Попробует Полина надуть слаймики. Как они дуются или нет? Надуть. Ребята, Полина не может надуть слаймик. Я сейчас тебе вам покажу, попробую, как надувается слаймик. Смотрите. Ой. Смотри. Сейчас давай другой возьми. Давай большой. Давай я возьму красный, чтобы видно было. Вот этот маленький слаймик. И вот так вот сейчас попробую надуть его. Класс! Вы видели это, как классно надувается? У Полины не получается. Мы попробовали? Да, Поля? А ну смотри еще раз. Вот такой вот слаймики. А давай попробуем желтый. Давай. Большой. Сейчас такой попробуем. Если получится, конечно. Ай, и лопнул.
А может, ты какой-то... Пуля. Круто! Ставьте лайки! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Паулина Плюс. Всем пока-пока! До новых встреч! И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Всем пока! Пока-пока-пока! Давай найдем. Черный, давай попробуем. Давай. Классный. А, черный обалденный, да? Да. Давай быстрее. Ты хочешь? Да, быстро. Ha ha ha.